Главный тренер Ростова Валерий Карпин прокомментировал домашние поражения от ЦСКА 1-2 в матче 24-го тура РФПЛ. «Сегодня ничего не получилось, на этом поле сложно было что-то сделать. Говорить о каком-то футболе тяжело. Не заработали очков, хотя заслужили ничью. Если говорить о пропущенных голах, то нам постоянно такие мячи залетают, то рикошет, то упадет кто-то, поэтому нельзя говорить о везении и невезении. Списывать на это не надо. Это означает, что мы позволяем таким ситуациям случаться, нам сейчас нужен результат. Мы заранее знали, что первые 5 игр будут почти сплошь с командами из лидирующей группы. Хотелось больше, но надо смотреть на факты, у нас всего 2 набранных очка на старте второй части сезона. У Исякова проблемы со спиной, могло в любой момент заклинить, травма случилась во время матча, Майор и прошлый матч не играл, восстанавливается после травмы. Зуев приехал из сборной с небольшим повреждением. Сильно ли помешали матчи сборных, основная проблема была с исландцами, они 3 ночи не спали после перелета из Америки. Сигурдарсон и вовсе не смог закончить игру, попросив замену, цитирует Карпин официальный сайт Ростова. Гончаренко: «Считаю заслуженной победу ЦСКА над Ростовом.